Вот такие страшные, жуткие ассоциации возникают у многих людей при посещении старых кладбищ. Но в реальности такие старые кладбища представляют собой большую историческую ценность. Участок для будущего кладбища был заложен в плане развития города в далеком 1771 году, когда из-за эпидемии чумы сенатом были запрещены захоронения в черте города. Поэтому этот участок был определен за городом, но постепенно город разрастался и поглотил кладбище. Это кладбище является объектом культурного наследия регионального значения. Общая площадь 21 гектар. Кладбище многослойное, много раз перезачищалось ввиду его переполнения. Раньше могилы копали глубокие, до 3-4 метров, и со временем сверху подхоранивали еще, поэтому и является многослойным. Большая часть документов по захоронениям утрачена. Кладбище для новых захоронений было закрыто в 1971 году. После закрытия многие скульптуры на кладбище были демонтированы, и некоторые из них варварски растаскивались и разбивались. Некоторые из местных жителей сумели сохранить часть разбитых скульптур. Еще часть скульптур хранится в Таганрогском художественном музее. Это типовой дореволюционный памятник. Делались такие памятники со склепом, рассчитанным на одно или несколько захоронений. Стоили такие памятники дорого, поэтому обычные люди не могли себе их позволить. Когда кладбище стало функционировать, точно неизвестно. Самой старой могилой с читаемой датой считается могила Иоанна Должникова, умершего в конце 1796 года в возрасте 3 лет. Удивительно, что очень хорошо сохранилась надпись, которую можно свободно прочитать. «В земле под каменем сим лежит сын матери любезный. Любовь материнная с ним погребена, а стонь матерью по сыне остался вечный». А этот красивый каменный крест с гирляндами мраморных цветов – греческое надгробие. На эпитафии высечено: «Здесь покоится Иоаннис Амвросий Скарамангас. Родился 23 июня 1829 года на Сиросе. Умер 26 марта 1902 года в Таганроге. Иван Амвросич основал в городе кирпичные и черепичные заводы, выпускавшие качественную продукцию, которая ценится по сей день. Кирпичи этого завода имели клеймо ИАС». Точная принадлежность этой усыпальницы или часовни не установлена. По датировке, вероятно, не позднее середины 19 века. А это сооружение, предположительно, принадлежало богатой греческой семье. Либо это мавзолей, могила одного человека. Верхняя часть исполняла роль часовни, а склеп находился внизу. Говорят, что из этой усыпальницы когда-то был подземный ход, соединяющий усыпальницу с нижней частью храма. Это памятник советской эпохи. Здесь похоронена совсем юная девушка. Скорее всего, ее родители занимали достаточно высокий пост, так как обычный человек не мог себе такое позволить. Часовня святого Павла Таганрогского была построена на месте его захоронения. Умер святой Павел в 1879 году.
Изначально могила старца была украшена скромным памятником, крестом, перевитым терновым венком. На могилу постоянно тянулись паломники. Когда в 1892 году была эпидемия холеры, горожане отслужили на могиле святого Павла панихиду, и на другой день холера обошла город стороной и совершенно исчезла. В 1905 году здесь была построена деревянная часовня. Место под часовней было занято могилами послушников старца. В 1912 году произошел пожар. Летом 1913 года был заложен фундамент новой каменной часовни. Через год строительство было завершено. В 1925 году часовня была закрыта и разрушена. В 1995 году часовня была отстроена в третий раз. Мощи святого Павла были перенесены в Свято-Никольский храм, а в часовне остались мощи его послушников. Перед нами, очевидно, семейный участок. Там разные фамилии, разного периода. Может быть, советский период. И не факт, что это все родственники. Здесь покоится, предположительно, семья польского священника. То, что это поляки, это точно, а то, что это священник, это не задокументировано. Павел Петрович Филевский. Историк, краевед, педагог. Окончил Таганрогскую мужскую гимназию, затем исторический факультет Харьковского университета. Преподавал историю в мужской и женской гимназиях Таганрога. В 1898 году, к 200-летию города, издал «Историю Таганрога». Это одна из немногих сохранившихся литых плит, популярных в 18 веке. К сожалению, в советское время их основная часть была переплавлена на нужды государства. Конкретно эта плита без основания, то есть просто лежит на земле. А это могила блаженной Елены, которая почиталась в народе за дар прозорливости и молитвы. Помогала людям в семейных неурядицах и известны случаи ее молитвенной помощи во времена немецкой оккупации. Само собой, Великая Отечественная война не обошла стороной и Таганрог. Мемориал с вечным огнем на братском захоронении Великой Отечественной войны. Церковь всех святых была заложена в 1810 году. Эта церковь уникальна тем, что сохранилась до наших дней в практически неизменном виде. В 1938 году церковь закрыли.
но в 1941 году, когда город был оккупирован немцами, они разрешили начать службу во всех храмах. И с тех пор церковь всех святых больше не закрывалась. Здесь похоронена Мария Федоровна Алфераки, вторая жена Дмитрия Алфераки, который командовал греческими ротами. В браке у них родился сын Николай Дмитриевич Алфераки, который построил знаменитый краеведческий музей. А это памятник погибшим за установление советской власти. Неформальная молодежь часто принимает это захоронение за могилу ведьмы. Другие считают, что здесь похоронен какой-то добрый человек, который помогал при жизни и продолжает помогать после смерти. Кто именно здесь похоронен и дата точно неизвестны. Подобная форма надгробия была распространена не позже середины 19 века. По толкованию крестов это схимнический крест, здесь нет ничего ведьминского, бесовского. Все объясняется с точки зрения христианской религии, православия. На горе Голгофе Адам был похоронен именно на том месте, где потом был распят на кресте сам Спаситель. Поэтому под его крестом часто рисуют череп Адама. По поводу светил. В рамках толкования восьмиконечного креста средняя перекладина на кресте отвечает за процессы мироздания. И если представить, что там были руки Спасителя, то светила символизируют, что в руках символ мироздания. Солнце и Луна. А здесь находится фамильное захоронение семьи известных цирковых артистов Дуровых. Анатолий Дуров был представителем известной цирковой династии. Его отец, тоже Анатолий, и дядя были великими артистами, всю жизнь выступали животными. Во время революции в 1917 году Анатолию-младшему со своей цирковой труппой удалось выехать за границу. В 1925 году он вернулся в Россию. Местом жительства и базой для своего цирка он выбрал Таганрог. В Советской России у Дурова было много завистников, и о его трагической смерти до сих пор выдвигается много противоречивых версий. 19 ноября 1928 года в Ижевске он был смертельно ранен выстрелом из ружья на охоте. Спустя 10 дней урна с его прахом прибыла в Таганрог. Захоронен он был на территории своего домовладения. И лишь спустя 70 лет перенесен на старое кладбище, где находится семейное захоронение Дуровых. Здесь мы видим типовое надгробие из бетона чешского скульптора Навратила, мастерская которого работала в Таганроге 20-30-е годы. Здесь похоронен 8-летний мальчик Витя Якубовский. Очень трогательная символика у этого памятника. Сверху изображены два скорбящих голубя возле пустого гнезда, а внизу лежит выпавший из гнезда погибший птенец. А это надгробие из белого мрамора. Здесь похоронена дочь греческого купца.
Таганроге проживало очень много греков, которых приглашали сюда развивать город. А также греки помогали России в войне с Турцией. А это еще одна безымянная усыпальница. Это строение и эта плоская разрушенная часть – все единый комплекс. Если заглянуть в окошко, то можно увидеть спуск в склеп, где находились гробы. К сожалению, сейчас внутри все замусорено. Но по словам людей, которые спускались в этот конкретный склеп несколько десятилетий назад, гробов там нет, только пустые ниши. На этом кладбище известны только два относительно современных примера, когда при раскопках из усыпальниц извлекались останки и исследовались. Это фамильный участок Лакиеров и часовня старца Павла. Фамильный участок семьи Андреевых-Туркиных. Самый известный представитель семьи – Михаил Михайлович Андреев-Туркин. Первый директор Таганрогского литературного музея имени Антона Павловича Чехова, созданного в 1935 году. В последние годы жизни – директор музея, домик Антона Павловича Чехова. А вот здесь похоронен старец Даниил, о нем практически ничего не известно. По преданию, он был духовным наставником будущего святого блаженного Павла Таганрожского. На его могилу приходят с мольбами о заступничестве и в наши дни. Так, есть история о том, как на могилу к старцу пришла одна беженка, семья которой осталась практически без средств к существованию. Женщина молилась на могиле и просила старца Даниила о помощи. Еще не выйдя с кладбища, ей встретился прохожий, который спросил, почему она в слезах. Узнав причину, он дал ей денег, которых хватило на покупку квартиры. А это фамильное захоронение Заков. Вениамин Владимирович Зак основал первую в городе нормальную хирургическую клинику. Это было приблизительно в 1910-е годы, до революции. До этого все сложные хирургические вмешательства проводились в Харькове. Этот памятник выглядит как настоящее дерево, но на самом деле это камень. Такие надгробия характерны для первой четверти 20 века, когда в моде был стиль модерн. Таких памятников на этом кладбище 6 или 7. Три из них принадлежат священникам. Такие памятники в то время делали в Ростове-на-Дону. Существует несколько версий, объясняющих значение надгробия в виде дерева с обрубленными ветвями. Самая распространенная связана с масонством. Согласно системе ценностей масонского течения, само масонство было подобно райскому дереву познания. Если человека настигала смерть, она обрывала путь к познанию. Отсюда дерево с обрубленными ветвями. Еще одно из объяснений лежит на поверхности. Его связывают с угасанием рода. Следуя этой версии, подобные надгробия ставили на могилах людей, у которых не было наследников. Следовательно, с их уходом в мир иной род обрывался. Но вряд ли эту версию можно считать истинной, потому что на некоторых кладбищах, рядом с могилами, где установлены такие надгробия, находятся могилы потомков. То есть получается, дело не в наследниках. В общем, исследователям есть над чем поломать голову. Вот здесь похоронен младенец Борис, который умер в возрасте 5 лет. Предположительно, младенец Борис родился в 1800 году, а умер в 1805 году. Если эта информация верна, то перед нами еще одно из захоронений до официального открытия кладбища. Одно из самых старых захоронений. Ходят легенды о том, кто целенаправленно уничтожил даты жизни ребенка. Первая легенда гласит о каком-то страшном звере, исчадии ада,
который под покровом ночи содрал своими когтями даты. Вторая легенда гласит, якобы какой-то бесноватый мужчина крушил памятники. В основном это были памятники святых. Борис был очень необычным ребенком. Он знал наизусть огромное количество религиозных текстов. В детском теле жила душа взрослого, богоугодного человека. Братское захоронение чехов и словаков. Скорбящий ангел. Памятник установлен в 1927 году. Автор-скульптор Ян Наврат. А эта усыпальница из белого мрамора, скорее всего, итальянского мастера, была в аварийном состоянии еще до революции, в конце 19 века. Чехов, когда-то впечатленный архитектурой этого кладбища, упомянул ее в рассказе «Ионыч», но представил как усыпальницу итальянской оперной певицы. На самом же деле здесь покоится прах Филиппа Дмитриевича Катополи, состоятельного грека. Итальянская певица действительно жила в Таганроге, но похоронена она в другом месте. Когда-то здесь были кованые решетки на окнах, когда-то были красивые кованые ворота, но сейчас этого ничего, к сожалению, уже нет. Перед нами крест и плакальщицы. Здесь похоронены женщины рода Камнино-Варваци. Иван Варваци – легендарный грек, герой своей страны. В Афинах ему стоит памятник. От его дочери Марии пошел род Камнино-Варваци. Камнино – это династия византийских императоров, которая ведет свое начало с 1082 года. Здесь похоронен известный детский писатель Иван Дмитриевич Василенко. Он родился и прожил всю жизнь в Таганроге. Он написал такие книги, как «Звездочка», «Артемка в цирке», «Волшебная шкатулка» и другие. Именем Василенко названа детская библиотека в городе Таганроге, а в доме, где он жил, устроен музей. Перед нами одно из мест, овеянное домыслами и легендами. В краеведческой литературе обозначены две версии того, кто здесь похоронен. По первой версии, дело было в 20-30-е годы 20 века, и похоронена здесь дочь рыбака. Рыбак вытащил эту беломраморную статую из залива и поставил ее у себя во дворе. Вскоре после этого умерла его дочь. И скорбящий отец поставил эту статую на могиле дочери. По второй версии, дело было в 19 веке. Жила-была девушка из дворянского рода, из богатой семьи, и влюбилась она в простолюдина. Родители не разрешали им встречаться. И девушка от горя покончила с собой. В пользу версии о рыбаке говорит то, что эта дорогая скульптура стоит на дешевом постаменте. Но, может быть, эта скульптура украшала другой постамент, который был разрушен, и ее просто перенесли на это место. Хотелось бы сказать несколько слов о состоянии кладбища. Хотя оно и является объектом культурного наследия регионального значения, но все-таки она находится в плачевном состоянии. Многим памятникам, надгробиям
необходима реставрация. Огромную помощь в поддержании кладбища в меру своих возможностей оказывают волонтеры. Огромное им за это спасибо. Также на кладбище очень много куч мусора, которые необходимо вывозить почаще –